Всем хэк, мои друзья, с вами снова я, Дезертир. Чё я там вам обещал, помните, уже не помню. Надо много куда заглянуть, давайте посмотрим, куда же мы можем. Можем заглянуть на Землю, можем заглянуть еще много куда, завершить два налета. Ну окей, как-нибудь завершим на Аркадианской хренотени, у нас что-нибудь есть? Да, есть какое-то задание, мысли о смерти. Ладно, давайте мы все-таки с военным разумом побазарим, а все остальные задания да выполним уже в течение всего этого буйства. Лучше не против. И, кстати, как загрузка произойдет, скажу проще. Всем приятного просмотра! Жизнь — хрупкая материя, страж. Надежда, вера, любовь. Один миг, и их нет. Так легко утратить то, что мы должны защитить. Останется только тишина, тьма и осознание нашего поражения. Справились бы мы с Гоулом без помощи странника. А со следующей угрозой? А той, что последует за ней? Странник пробудился, и настала эпоха легенд. В тени света наша вселенная прекрасна и опасна. Где я некогда видел чудеса, теперь я вижу чудовищ. Кто-то должен их видеть. Мы должны. Это обязанность каждого стража. Стражам не положено знать о своем прошлом. Таковы правила. Но я не люблю правила, особенно когда на кон поставлено так много. Благодаря технологиям комплекса Кловиса Брея мы колонизировали Солнечную систему. Мы, они, хотели создать мир без войны. Ирония в том, что они также создали Распутина. Самое мощное оружие во всей системе. Впрочем, все это осталось на Марсе после коллапса. Вместе с чем-то еще более страшным. Ну что ж, военный разум наступает. А мы идем его открывать, видимо. Потому что ныне он был закрыт до ее прихода. А сейчас нам придется разгребать все то, что она сделала. Эх, женщины. Ладно, я думаю, как-нибудь разгребем, ведь не так сильно все там пошаталось. Наверное. Кстати. Марс. Место первого контакта человечества и странника. Здесь покоится заброшенный исследовательский комплекс Кловиса Брея и другие сокровища Золотого века. Все это веками было погребено под ледяным покровом. Но свет пробужденного странника распространился по поверхности Марса и разбудил то, что давно считалось мертвым.
Красная война закончилась, но войско Гоула, точнее его остатки, ищет ресурсы по всей системе. А теперь, когда военные спутники падают с орбиты на Марс, туда последует и Кабал. Ввожу нужный курс. Это закрытый канал Авангарда. Йонг, сигнал бег! Код доступа Авангарда 0306. Не трожь призрака, ледяная! Страж просит подкрепление. Повтор, пришлите подкрепление. Эта частота исключительно для официальных дел Авангарда. Слушай, я не знаю, кто ты. Тебе достался призрак Зануда. Зануда? Загружаю координаты зоны посадки. Пишите. Хорошо, но ты будешь нам должна. Я бы не позвала вас, если бы это не было необходимо. На этой планете находится самое опасное оружие в системе. И армия Улья пытается его уничтожить. Мне нужна помощь. Так, ну в принципе-то я готов. Мы на поверхности Марса, Страж. Доложи обстановку. Ты в безопасности? Пока да. Но между нами и комплексом Кловиса Брея очень большая небезопасная зона. А мы как раз туда и направляемся. Что такого важного в этом комплексе? Военные спутники. Как тот, который чуть не сбил ваш корабль, падают с неба с того дня, как я прибыла на Марс. Это может значить только одно. Распутин? То самое величайшее оружие Золотого века, о котором ты говорила? Но это невозможно. Нет ничего невозможного, когда дело касается Распутина. Встретимся у комплекса. Хм, ну ладно. Поверим девушке. О-о-о. Милахи-то, какие милахи-то замороженные. Отмороженные, ребятки. Чё, нравится, да? Мне тоже. Убивать вас приятнее всего. Я помню, я сюда сунулся вообще малым. Прям совсем малым. И тут таких люлей наставляли. Вот этот вот черт, по-моему, кстати. Я потом пожалел, что я сунулся сюда. Ну, а теперь я готов ко всему. Я не потерплю поражения. Никогда не видел таких бойцов Улья. Насколько я знаю, их можно найти только в этом месте. Ты что, думаешь, я тебя испугался, что ли? А вот и нет. Ты милашечный. Вы все, в принципе, здесь такие. Так, ладно. Ну вот здесь было жопно. Ну, я помню, что тогда я справился. Справлюсь, думаю, и сейчас. Ну, вот здесь много, я смотрю. Малой. А давай ты не будешь меня трогать. Тебе же за это не доплачивают. Оп. 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 Ха. Надо было тебя с меча, наверное, убить, да? Оп, ледяные. А люблю этих засранцев. Ой, как люблю. Так, ладно. Я думаю, что пора позвать на помощь Авангард. Это плохая идея. Завале не понравится, что мы так близко к комплексу Брея. Он хочет, чтобы прошлое оставалось в прошлом. Но мы должны разобраться, что происходит с Распутиным. Ну ладно, давай посмотрим.
Ох, ё. Что чё? Это было? Какого хрена? Не, вы, ребятки, конечно, определенно молодцы, но давайте без вас. Ходок. Чувствую, как ваши жопки подгорают. Что, не ожидали здесь встретить противника? Мне кажется, да. Так. Ох. А здесь-то я сколько мотался, это ж прям мама мия. Ладно. Давайте поговорим с вами на вашем языке. Видимо, родном. Он с той мразью. Помню, она мне носовала по самой не балуй. Да и не только она, честно говоря, там много кому было. Насовывать. Так, с тобой потом. С тобой сейчас. Кроха, ты где? Что, тебе мой подарок не понравился, да? Обидно. А мне было прикольно его видеть. Твою мать. Новая волна дерьма, да? Ну что, я готов. По сути-то. Нет, я не дам себя так просто убить. Готово! Страж, ты еще со мной? Мы в порядке. Что дальше? Спрашиваешь? Мы нашли исследовательский комплекс времен Золотого века внутри ледника. Встретимся у входа в комплекс Кловиса Брея. Ну ладно. А, вы добрались? Да. Удивлена. Там было полно врагов. Но вы справились. Идем, глянем, что здесь есть. Кроме бесконечных орд Ледяного Улья. Надеюсь, мне не порвут жопку, как в прошлый раз. А то будет прям обидно и больно. Ледяные орды Ледяного Улья. Все это ждет нас прямо здесь, прямо сейчас, за углом, справа налево, за Северной Звездой. Всего-то пара парсеков. А где-то далеко та хрень, которую мы когда-то разбудили странником. Доступны новые приключения. Ну, естественно, мы будем делать приключения, конечно. Куда же без приключений-то? Как только они нам станут доступны. Да, нам невозможно открыть другие задания. Да чтоб тебя.
Лаборатория Распутина. Лаборатория. Надо научиться... Расчистите путь, а я пока найду дорогу в комплекс. Мы и раньше встречались с военными ИИ, но ведь Икора говорила, что Распутин на Земле. Распутин способен производить операции в разных частях Вселенной одновременно. То есть все то время, когда Авангард пытался поговорить с ним на космодроме... Они видели всего лишь фрагмент Распутина, который уцелел после коллапса. Но его ядро всегда было здесь. Технологии будущего. Опа, кабал. Да что у вас, мрази вы лысые. Надеюсь, им понравилось. Да откуда здесь столько дерьма? Кабал, давайте мы поговорим. Я же не хочу вас вроде как убивать-то. Ну, убери щит. Так, стой на месте, не двигайся. В тебя сложно попасть, когда ты убегаешь. Эй. Парниша. Надеюсь, так хватит. Я здесь. Я и вправду здесь, не верится. Кловис Брей. Я дома. Ну, как бы надеюсь, что да. Доступ запаролен. У меня есть пара приемов. Хоть что-то во мне есть от семьи. Личность подтверждена. Доктор Анастасия Брей. Добро пожаловать в исследовательский комплекс Кловиса Брея. Легендарную колыбель инноваций на Марсе. Вы свидетель важного исторического момента. Вместе мы дотянемся до звезд и дальше. Помните, вы Кловис Брей. И мы в деле. Круто. Даже одежку мне дала новую. Ладно, сейчас приду. Так. Похоже, что ядро Распутина в другом строении. Надеюсь, ты не прочь прогуляться? Ну, в принципе, можно. Чё бы нет-то. Главное, чтобы осторожно. Твою-то маму! Этот комплекс просто огромен. Брей масштабно мыслили. Я многого не знаю о своей семье, но это мне известно наверняка. Ну да, это видно, что они мыслили, так сказать, масштабно. Ладно. Посмотрим, насколько огромен этот комплекс. Я зафиксировал присутствие улья. Они проникли в ядро. Я этим займусь. Попробую подключиться к системе безопасности. Да еще что за хрень?
Ха, а я могу вот сюда попасть. Так зачем, правда, вопрос? Фиксирующая частота. Интересно, что за фиксирующая частота? Но мы такие уже находили. Не, чувак, не с тем связался. А давай вот без вот этой фигни. Все? Или еще кто-то есть? А, ты. Твою-то. Привет, пока. Что у нас с системой безопасности? Я еще не закончила. Держитесь. Предпочитаю всех убивать в рукопашную. Придется много-много прыгать. У нас серьезная проблема. Давай же, Распутин, не подведи меня. Это Валькирия. Оружие Распутина. Думаю, он услышал нас. Ну теперь-то мы зажжем. Так, давайте-ка тут поэтовать поаккуратнее. Ревнители, хренители, да мне все равно, кто вы, мать вашу. Пока я вас убиваю, вы мои жертвы. Анна, дверь открылась. Это ты? Нет, он приглашает нас внутрь. Возможно, здесь мы наконец получим ответы на наши вопросы. Ну, тоже вариант. Чё бы нет. О, пушечку новую дали, круто. Мать твою. Какой он огромный. Ладно. Здравствуй, страж. О, черт! И что, по-твоему, ты делаешь? Ты представляешь, насколько опасна эта затея? Что ты хотел сделать с Распутиным? Распутин — дело авангарда, Анастасия, не твое. Тебе здесь не место. Прошу прощения. Твое место в городе. Но вместо того, чтобы помочь своим братьям и сестрам, когда напал Гоул, ты была здесь и занималась тем, чем всегда.
тем, что делать не положено. Я делала, что считала нужным. Я здесь, чтобы защитить человечество. Не это ли предназначение стражей? На войне не один фронт. И сражаться можно по-разному, Завала. Слушай, ты хочешь защитить весь мир. Не выйдет. Должен быть другой способ. Думаешь, этот способ Распутин? Он замолчал. Он сломанное оружие. Такое, что не бросишь, но и сражаться им нельзя. Может, ты прав. Или ему нечего сказать. Или мы просто никогда не спрашивали, чего хочет он. У меня нет времени обсуждать это еще раз. Какое право? Право у меня есть. Ты не понимаешь, что связывает меня с Распутиным. Позволь, я тебе покажу. Так, пора бы нам разобраться, что издает этот звук. Я знаю, что это. Распутин не единственное, что проснулось на Марсе. Грустненько. Так, доступна новая зона высадки Марс. Доступен режим свободного исследования в кратере Лада. Кратер Лада располагается у ледников в южной части Марса. Там же находится исследовательский комплекс Кловиса-Брея, в котором совершились крупнейшие научные прорывы. Теперь же весь этот регион находится во власти ледяного улья и остатков Красного, мать его, легиона. Вот. Надеюсь, это не сильно проблемно. Я думала, все кончено. Но Распутин... Я не знала, ответит ли он. Конечно, я надеялась. Но кто же его знает? А то копье... Ух... Лучше подтверждения не могло быть. Наша главная проблема — зол. Улей стал таким, как сегодня, благодаря темным сделкам с червебогами. Зол — один из них. Я говорила с Завалой. Он что-то придумал. Против этого зол не устоит. Проблема в том, что это что-то находится в ЕМЗ, и все желают это заполучить. Комплекс знал лучшие времена, но Анна Брей рада, что наконец смогла вернуться домой. Она уже начала осваиваться с базой данных Бреев. Вы можете помочь ей, исследуя Марс. Под его ледниками все еще сокрыто множество тайн семейства Брей. Доступно новое задание. Открыть доступ к приключениям в кратере. Приключения в кратере Лада. Эллада. Ой, Эллада. Осторожнее. Да, я сам-то не додумался. До встречи. Ладно. Не так у нас доступно пару интересных заданий, я думаю их пройти. Вы же не против? Ну, одно из них, кстати, будет вот здесь. А пока мы идем сюда. Псионический потенциал. Эй, страж, я перехватила очень странный сигнал. Мне нужна твоя помощь. Знаешь что-нибудь о псионах? Владеют телепатией, агрессивны и на удивление легко адаптируются. Когда-то кабал их завоевали, но теперь они сражаются на их стороне. Ну, что-то в этом духе, да. Так. Вы что-то офигели, ребят. Стоп, ты где? Приказиками запахло. Собрать еще один. Где-то впереди. Вон там.
Стоп, он появился там же, где и был до этого. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Я аж только что отсюда ушел. Так, отстань. Да где он, вашу ж маму? Где этот гребаный приказ? А, вот он. Анна, мы перехватили приказы у курьеров, но они зашифрованы. Должен быть способ прочесть их. Проверяю датчики. Есть! Недалеко от вас находится командир. У него есть то, что вам нужно. Ладно, командир, мы сейчас займемся, но перед этим, я думаю, нужно будет вон ту хрень открыть. Нет! Ну нет, почему? За что? Как я мог так лохануться? Как? Вот, мы добычу забрали. Круто. На самом деле, я бы сходил вот сюда. Вот сюда вот. Ох, кому-то будет больно. Ой-ой-ой. Не желал бы я таким ножичком получить по морде. Так, ну и где же вы, черти лысые? Ну или не лысые, какая разница? Контратаки выполнены. Все? Надеюсь, что да. Нет, еще. Ну ладно. Еще? Чую, сейчас жопа какая-то будет. Ну, как жопой чуял. Да ладно, он еще и неубиваемый. Рили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. Чувачок, ты же в курсе, что мне больно, да?
Я тебе что, что-то сделал обидное? Так. Пора с вами, детишки, кончать. Обернись, тебя снимает скрытая камера. Оп! Красавчик ли? Конечно. Всякую, правда, хрень здесь выдают, но... Чё нет-то? Кстати, мне здесь что-то выдали. Так, отлично, я разграбил его. Вот, теперь можно спокойно возвращаться. 5 минуточек у меня это заняло. Я надеюсь, вы не авиабиде на меня, друзья мои. Всего-то 5 минуточек отняло вас в вашей жизни. Ну как всего-то? Целых грёбаных 5 минуточек. Так. Так, форсирующая частота. Ты меня уже напрягаешь. Где же ты? Без тебя вся эта хрень беспредельно бесполезна. Так, ладно. Ты что ли, командир? Видимо, нет. Вот и шифр. Расшифровываю файлы. Чего они хотят? Трансформироваться. Превратиться в потрошителей. Но для этого им нужен Распутин. Да уж, они только разозлят его. Это да. Так, убийство гранатами и убийство множественные. На самом деле, отменить слежение. Так, ладно. Через сколько оно будет, мероприятие-то это? Оу. Впускной механизм. Сейчас будем веселиться, друзья. Ведь эта хрень упадет нам на голову. Кабал очень настырный. С этим не поспоришь. Не переживай. Мы будем сражаться с ними столько, сколько понадобится. Я бы на месте чувака ушел бы оттуда.
Вот возникает вопрос, я сейчас гранату бросил, а она его хоть задела? Мне кажется, чувак не в курсе, что надо делать. Ну или просто не читает. Ладно, пойдем уничтожать третьего псионика. Ну что ж, эвакуируемся в последний раз. И надо будет убить большого дядьку. Изи-пизи. Толк только. Механизм нейтрализован. Мы смогли их остановить. Со стороны выглядело так, будто для вас это пара пустяков. Интересно, как героик такой же запустить. Ну ладно. Добраться до Распутина. Давайте доберемся. Вызвать такси. Привет. Пока. Такси приехало. Интересно, она же не против, если я по комплексу Брея прогуляюсь тут? Хрен я там прогуляюсь по Спайро, да? А жаль. Могло бы выйти неплохое приключение. Ну, зато хрень какую-то подберу. Все. А частоты-то у меня и нету этой. Почти до конца. Та-да-дам. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Все-таки, что это тут за хрень неуязвимая? Ладно. Надеюсь, кто-нибудь напишет мне в комментариях про всю эту хрень. Какого хрена сейчас произошло? Так, а ну-ка, отмороженный.
Решили они тут мне воздух подпортить. Так. Все должно быть чики-пуки-пуки-чики. Не очень круто, я вам скажу, друзья. Ну, конечно, возрождение ограничено. Помощь Распутины нету. Еще и гранаты мимо пускаю. Воу! Меня убило камушком, который спустился с небес! Мать твою, это было смешно. Ну ладно, зато будет шанс спустить еще одну гранатку. Вот в это бы стадо баранов. Да одну бы гранату. Ну тут хрень меня убила. Летающая. Ауч, 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 ауч. Так, ну это не поможет. Этим псионам не под силу справиться с Распутиным в одиночку. Интересно, кто принял на себя командование Красным Легионом после гибели Гоула? Возможно, именно этого и хотели псионы. Занять место Гоула. Ну, в принципе, в этом что-то есть. Так, ладно, давайте посмотрим, что мы можем с этим поделать. Вот сюда. Хотя, можно же и как следующую миссию записать, правильно? Думаю, что да. Короче говоря, всем спасибо за просмотр, спасибо за черный экран, всем пока и удачи, успехов, смотрите, так хорошие видео, друзья.